Страна, где за одного солдата отдают 1000 боевиков, где воюют со дня создания, где практически нет природных ресурсов, но экономика одна из самых развитых в мире. Израиль отмечает 70 лет со дня провозглашения независимости. О том, как празднуют этот день, расскажет Сергей Услендер. Вначале казалось, никаких шансов. Народу 800 тысяч, нет экономики, нет оружия, нет денег, чтобы его купить, а вокруг кольцо врагов. На следующий день после своего рождения Израиль начал воевать и делает это всю свою историю, доказав, что врагов можно остановить голыми руками, а в пустыне построить процветающее государство. Был бы народ и было бы желание. В День независимости страна вспоминает, кому обязана своим существованием. Звучит траурная сирена, и все замирает на одну минуту. Смысл этой традиции – вспомнить тех, кто погиб. 23 646 человек отдали свои жизни за ее свободу. Каждого знают по имени, в Израиле нет неизвестных солдат и почти нет пропавших без вести. На весь мир прогремела история капрала Шалита, которого обменяли на 1000 террористов. Принцип «не бросать своих» здесь – закон. Мы полны решимости противостоять фанатикам, а также постоянному подстрекательству соседей, многие из которых отказываются принять наше существование. И признаки перемен, а они есть, связаны прежде всего с признанием нашей решимости защищать свою страну и народ. Это наша отчизна. Здесь мы будем жить с Божьей помощью вечно. Тому, кто поднимет на нас руку, не будет пощады. А вот сам День независимости уже праздник со всеми атрибутами. И главный парад морской и воздушный. Раз дата круглая, то и отмечают с размахом. Впервые над израильскими городами в одном строю с местными летчиками идут иностранные пилоты. Несколько стран прислали свои пилотажные группы. В небе самая разная техника. От таких самолетов на них сражались первые израильские летчики во время войны за независимость до самых современных F-35. Впервые десантники показывают парашютное шоу. Времена, когда израильтяне воевали голыми руками, давно закончились. К своему 70-летию страна демонстрирует впечатляющие экономические успехи. Рост ВВП, безработица на историческом минимуме, продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. В бюджете уже который год профицит, израильские стартапы известны по всему миру. Прирост населения тоже впечатляет. За 70 лет оно увеличилось в 11 раз. Местные журналисты очень любят ко Дню независимости публиковать список израильских изобретений. Обязательно вспоминают компьютерную флешку и помидоры черри. Но технологии, медицина или армия все же не главные преимущества этой страны. Главное здесь возведенные в абсолют человеческие жизнь и достоинство. Известный писатель Амос Оз как-то сказал, если однажды я упаду на улице, пусть это будет улица Израиля, потому что тут же со всех сторон ко мне подбегут люди. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала «Интер».